сродни земле, сплетясь ветвями. Сродни земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами, не зарастет на сердце рана, пробьется пламенной смолой. Пока жива с тобой, я буду душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой, я буду любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой любимый, ты принесешь с собой повсюду родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, за расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс, млечный дым, я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредимым. Висясь в прокуренном вагоне, он стал бездомным и смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, он полуплакал, полуспал, когда состав на скользком склоне вдруг изогнулся страшным креном, когда состав на скользком склоне от рельс колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь. Когда уходите на миг. Дорогие друзья, уважаемые московские амурцы, а именно так я сегодня обращаюсь к тому творческому десанту лидеров российского и советского кино, которые 2 года назад приехали на Амурскую и приняли участие в первом фестивале. И вот сегодня мы презентуем 3-й фестиваль. Фестиваль, который стал сегодня признанным. Фестиваль, который сегодня вышел за границы Амурской области
фестиваль, который стал сегодня международным. И, конечно же, администрация Амурской области в лице ее губернатора Леонида Викторовича Короткова горячо и сердечно приветствует сегодня всех, кто пришел в этот зал, чтобы здесь разделить с нами ту радость, которую воспринимает каждый житель Амурской области, идя навстречу новым встречам с нашими любимыми артистами. И я просто уверен, что этому фестивалю дана большая-большая путевка в жизнь. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Позвольте прежде всего от всех жителей города Благовещенска высказать слова огромной благодарности участникам, гостям города Благовещенска первого и второго кинофорума «Амурская осень». Во-вторых, сказать вам, что в этом году на третьем открытом российском кинофоруме «Амурская осень» всех наших гостей и участников ждут очень приятные сюрпризы, ну, о которых, наверное, не стоит говорить, но, как сказал Сергей Владимирович, они действительно очень приятные. Ну и в-третьих, чтобы не задерживать ваше внимание, пожелать всем нам, чтобы третий кинофорум принес гораздо больше плодотворных успехов, даже чем мы ожидали. Большое вам спасибо. Знаешь, когда бывает, когда говорят тебе, там, не знаю, ну, когда родина, да, когда вот у меня ассоциация родины, это что? Это Иркутск, да, например, и для меня уже Благовещенск как бы тоже, это ближе к дому, это тоже родина, это свои люди, родные люди, знакомые люди, по которым я уже соскучился, потому что вот в том году я не ездил в Благовещенск, к сожалению, потому что у меня были съемки, вот, и я еще сильнее уже 2 года, поэтому я, ну, с огромным удовольствием жду этого 15 сентября, этого числа, чтобы увидеть знакомые, уже родные лица города Благовещенска. До скорых встреч! Нет, я с удовольствием поехала бы, потому что там всегда очень организовано. А потом мы выступали в институтах, в учебных заведениях, так сказать, просто у тружеников. Вы понимаете, там соскучились люди о кино нашем. И они просто говорят из зала, где наше кино, давайте наше кино. Давайте. Насмотрелись вот этого суррогата, вот, с точки зрения сказать. Это смешно даже. Мы должны гордиться нашей историей и нашей культурой. Наша духовная, русская духовная культура была всегда стержнем для всего мира. Пока еще слышим, пока еще видим, пока еще дышим. И я сквозь рыдания тебя заклинаю, назначь мне свидание. Назначь мне свидание хотя бы на мгновение, на площади людной, под бурей осенней. Мне трудно дышать,
я молю о спасении. Хотя бы в последний мой смертный час назначь мне свидание у синих глаз. Это большая часть моей жизни, большая часть моей биографии, потому что с 99 года я на вашей амурской земле, и как-то так год без амурчан, он у меня какой-то неполноценный получается. Я думаю, что и в этом году, 2005, обязательно буду. А как же? Обязательно встретимся, что-нибудь сделаем, я что-нибудь для вас, вы что-нибудь для меня, поговорим, пообщаемся. Сегодня вернисаж, это выставка в Пушкинском музее, в знаковом музее, в музее, в который практически невозможно попасть ныне живущим, поэтому это здорово. У меня добрые отношения с Новожиловым Сергеем, с актерами, и поэтому они хотят, чтобы я как бы выставлялся здесь, чтобы мои работы были здесь, поэтому они здесь. Это огромное событие, причем как для меня, так для Амурской области. Потому что попасть в Пушкинский музей практически невозможно. Люди уже какое высказывают впечатление, потому что кому-то подходит, к вам что-то говорят? Говорят и много, но о том, что они говорят, лучше спросить у людей. Вот Сашины картины, вот эти окна, эти створки, через которые ты видишь человеческие глаза, человеческие души, они как-то мной воспринимаются очень глубоко. Я думаю, что где-нибудь лет через 15-20 вообще за его работы будут люди драться, потому что и техника удивительная, и смысл потрясающий. Вот за этими закрытыми окнами человеческие страдания, человеческие радости, человеческие обретения, потери, находки. И все это в его живописи. Поэтому я безумно счастлив, что я представляю, что для него, значит, наверху, простите, Каналетто, Микеланджело Буонаротти, итальянские мастера эпохи Возрождения, и внизу Саша Тихомиров, который выставляет свои работы. Тихомиров – гений, потрясающий. Я ему так благодарна вообще. Я мечтала, но не надеялась, что у меня будет его... Ну, вы основательница фестиваля. Неужели вы не приедете? Может такое быть? Ну, кто его знает? Я репетирую сейчас главную роль, между прочим, в спектакле. А вдруг будут репетиции? Ну, в любимый город артистка там. В любимый город я должна приехать. Я приеду. Thank you.
Неужели впрямь и в самом деле без элегических затей весна моих промчалась дней, что я, шутя, твердил доселе, ей ужель возврата нет? Ужель мне скоро 30 лет? Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я, но так и быть, простимся дружно, о, юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Благодарю тебя тобою, среди тревоги в тишине я насладился и вполне довольно, с ясной душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть. И чума меня подсеет, или мороз синит. Мне в дом шлаком вбит, и проворный говорит, то ли дело быть на месте, поместить, как сейчас, о деревне, о месте, на досуге размышлять, то ли дело рюк арома, ночью сон получай. Полетела браться дома. Ну, пошел же, погоняй! Конечно же, третья амбургская осень будет отличаться от первой, от второй. Мой принцип все выше и выше. Все дальше и дальше, и лучше и лучше. Я надеюсь, что то взаимопонимание, которое у нас достигнуто сейчас с губернатором Амурской области Леонидом Коротковым и с мэром города Александром Мигуль, оно поможет нам решить все проблемы. И то, что область с городом выступает в тандеме, это позволяет очень многие вопросы решать очень быстро и оперативно. Я могу сказать, что программа фестиваля будет намного шире и разнообразнее. Помимо конкурса фильмов и антреприз, будет цирковая программа, не буду говорить, но сегодня здесь был на презентации Максим Никулин, сын Юрия Никулина, директора цирка на Цветном бульваре. У нас будет большая программа с Авгиком, мастер-классы. У нас предполагается, помимо Китая, охватить и другие страны, недалеко расположенные от нашей границы, не буду говорить, какие. Ну и интересные творческие вечера. Принимаю, что было и не было, только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чину, но ведь дух молодой, не разжелудясь, так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая, сорви голова! Надену я платье, к милому пойду, а месяц укажет дорожку к нему. Пускай люди судят, пускай. Огнем
фотограф щелкает, но вот что интересно, на фоне Пушкина и птичка вылетает. Все еще не кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает, какие женщины на нас кидают взоры. И улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. Народные артисты России Валентина Залузина.